Цели России. Первое. Обеспечить невмешательство ЕС и НАТО в покорении и захват Украины. Полное или частичное. Второе. Обеспечить себе гарантированный сбыт углеводородов на годы вперед, а значит и пусть шаткую, но определенную стабильность и возможность наращивать силы для дальнейшей экспансии. Украина же сейчас для России в ее планах как кость в горле. Транзит российского газа через Украину не дает России возможности диктовать Европе свои условия игры не дает возможности начать вести полноценную широкомасштабную войну, захват и покорение Украины. Ибо одно неосторожное движение, и все. С этой точки зрения Nord Stream 2 это прямая и непосредственная угроза в первую очередь для Украины. Газовая дубина для непокорных украинцев. С помощью Nord Stream царь всей России хочет получить инструмент прямого влияния на Германию, ЕС, а значит и всю Европу. Ведь не имея никаких альтернативных путей поставок российского газа, кроме как Nord Stream, старушка Европа будет намного сговорчивее.